Всем зрителям канала Уральская усадьба привет! Сегодня у нас 16 мая 2017 года. Была построена теплица арочная. Шириной 2,5 метра, длиной 6 метров. Судя по всему, здесь стояло что-то старенькое. Это что-то старенькое снесли. Поставили теплицу. Итак, каркас теплицы у нас сделан из профильной трубы 20 на 20. На арках приварен усилитель. Вся обварка деталей выполнена в круговую. Нет щелей, конденсат. Изнутри трубы не льется. Сама конструкция у нас стоит на брусе 100 на 100, брус пропитан антисептиком. И по просьбе клиента брус закрепили к земле с помощью колышков. То есть вбиваются колышки, прикручиваются саморезами, чтобы теплица была более устойчива. Поликарбонат 4 мм, 0,72 плотности. По торцам установлены разрезные двери-форточки. Уральская усадьба представляет отсчет. Теплица арочная 2,5 метра, 5 метров в длину. Установлена на брус. Покрытие сотовый поликарбонат. Также у нас сотовый заделанный перфолента профиль торцевой по бокам. Имеется дверь с форточкой в одном торце и форточка в другом торце. Арки у нас 20 на 20. С усилителем сверху. Прикреплено все на брус. И забиты хозяев клинья. Укрывной сотовый поликарбонат 4 мм фирмы Карбоглас. 0,7 плотность. 15 лет гарантии. Эта уральская усадьба установила сегодня у нас 29 мая. Также отчет по другой теплице сейчас стоит на участке. На данном участке имеется еще одна теплица неизвестной фирмы. Кровной сотовый поликарбонат уже выходит из строя. Даже вышел уже, можно сказать. Вот, приедем в скором будущем переделывать. Соты поставлены горизонтально, торцы. Все зацвело, все в плесени, грязи. Разрезы. Очень все не герметично. Все это выходит из строя буквально 2 года теплица стоит. Теплица арочная. 2,5 ширина, 5 длина, с глухой перегородкой, с дверью и форточкой по бокам, брус 100 на 100, порошково-полимерная покраска белого цвета, прикреплена к земле полушками, стоят укосины. Ну вот на этом и все. Ставьте пальцы вверх, пишите комментарии, задавайте вопросы. Всем пока!